Класс. Ребятки, я на море собираюсь. Время 8 часов утра. Ребяточки, не отожралась нормально. Время вот 15 минут 8. Так, я померила только что купальник, но решила в нем не ходить. Поберегу его. Вот этот вот истаскаю, этот выйдет из строя, вот в котором я сейчас. Очень хорошо сидит, может быть, потом померяю вам. Доставала купальник, увидела этот, думаю про себя, когда мне его Лена привезла, я его даже не померила. Нормально все. Так, мне нужно взять воду с собой. Мне нужно взять воду. Так, воду. И мне нужно выпить фолиевую кислоту. Пока относительно не жарко, схожу поплаваю на пару часиков. Я не была на море 2 недели. Ребята, ребята, проснулась, да, после первый день. И побегу на море. Ребятки, побежала уже на море. Это туалетной водой пахнет мерзкой. Не стала брать сумку. Воду я выпью. Выброшу ее. Я ничего не поняла, почему эта штука постоянно открыта. И эти ведра все еще не забрали. Геннадий, вот как я выгляжу, довольная жизнью женщина. Взяла этот пакетик для купальника, для сырого, потом сниму. Девушка из магазина Айсбир. Это вот кто ставит? О, Господи. Господи, 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 здесь все валяется. Я не почистила зубы, потом приду и буду принимать душ, пить кофе, и жизнь войдет в обычное русло. У меня вечером встреча с моим любимым, поэтому вечером на море я не смогу пойти. Я пошла утром. Мусор я с собой не взяла, потому что тортик вчера выходил и забрал, потому что мы ели арбуз, корки он вынес. У меня из мусора вообще ничего дома нет. Я сразу же заменила чистый пакетик. Тортик. Я вот сейчас подумала, как же хорошо, да я его называю. Тортик. Ой, так знаете, получилось так неосознанно и так клево. Тортик. Как мило. Ребятки, если бы вы его знали, вы бы его... Какая муха еще перед носом. Вы бы тоже поняли, что он тортик. Угу. Прям тортик-тортик. Прям тортик-тортик-тортик. Солнцезащитные очки есть в сумке. Мне кажется, здесь раньше не было кнопки такси или была? Нет, наверное, была. Я так соскучилась. Ах, я так соскучилась. Люди едут на работу. На работу. На работу. Посмотрим сейчас, сколько народу на море. Сегодня ровно середина августа. А, ну подожди, в августе 31 день. Середина августа будет сегодня вечером. 15 сегодня. Парень выворачивает и видит, я же снимаю это на ту камеру. И ему видно, что я снимаю, что я себя показываю, как в телевизоре. И он только что такой...
Так взглядом сделал. Как же хорошо. Как же классно идти на море. Ветерочек есть небольшой. Я не посмотрела высоту волны. Ребят, мне без разницы, мне кажется, я, даже если метровые волны, мне кажется, я зайду в море. Я так соскучилась. Это моя тень. Все радует. Всем довольна. Господи, спасибо. Господи, спасибо за все. Вот в Биме такой минералки нет. Такая минералка есть в Мигросе. Бим не работает с такими поставщиками. В Биме есть газировка без сахара, которую тут все вообще без ума пьют. Прям ум потеряли. Вот это вот разрыли. Это кабель стелили интернетный. Я это помню. Вся Алания была перекопана. И что-то, видимо, не достелили. Или за собой не доубрали. Ну, это просто. Здесь дело не в кабеле. А какое же приятное утро. Прям половина девятого. Моя утренняя неспешная Аланья. Котик уже попиздовал куда-то по своим делам. Куда пошел? Вот иди туда, куда шел. Этот жопу ее чешет. Да? Вот они, оливочки. Вот они. Новые. В том году маленький урожай был. Ну, ты считайте, в городе. А за городом на склонах. В том году реально меньше их было. В том году, по сравнению с позапрошлым годом, говорили, что урожай оливок собран в 7 или 8 раз меньше. Дерево вонючее. С саками пахнет. Пахнет кошачьими саками. Серьезно. Мне так нравится, как хна прокрашивает. Ребята, вот здесь вот все мелкие волосики прокрашивает. И залысения это как будто бы нет. Очень мне нравится хна. Стелла Эриковна, благодарю вас. Вспоминаю добрым словом. Постоянно. Давно мы с ней не общались. Нужно написать. Спросить, как дела. Все в заботах, все в хлопотах. Особенно я, да? Ну, например, я померила купальник вот сегодня с утра. Мне очень понравился. Это не тот купальник, который мне Лена привезла. Ничего себе, да? Это очень хорошо на месте сидит, очень. Геннадий? Да, Геннадий. У меня же сарафан цветной есть, который я уже 2 года носила, и он все еще в хорошем состоянии. А я же вот прибиралась в шкафу. Геннадий? А почему же я его не достала? Почему не отдают ящики, да, поставщикам? Ну почему? Тара же может быть возвратная, они берут-то у одних и тех же поставщиков. Почему не отдают? Они ведь не одноразовые. Вчера прочитала в новостях, что один человек застрелился. Он в Махмутларе,
как же гостиница называется, был главным менеджером и еще имел отношение к строительству в Алании. Вы застрелился, выстрелил себе в голову. Это я вчера прочитала, а он застрелился позавчера. Его вчера уже похоронили. Ребят, в Турции интернет разблокировали. 8 дней был в блокировке. Но я не была... я не пользовалась интернетом только полдня. Я же скачала VPN, и я пользовалась. Потом я улетела. Но знать-то его разблокировали еще до моего отъезда. Что-то вот я не помню. Но уже все работает. Странно-то, да, автобус? После аварии, что ли, без окон? Или как будто бы горел, что ли? Какой-то восстановленный, что ли? Откуда он здесь взялся? Какой-то, знаете, как из Припяти. Какая-то маленькая навязчивая муха у меня перед лицом заебала. Шаурмичная работает, наверное, с 9. Наверное. Я вот в таких очках. Чем-то пахнет вкусно. А, знаете, чем? Как будто бы что-то печется. Не пекарней пахнет, уже после того, как я пекарню прошла. Ах, как пахнет ванилином, что ли. О, боже мой, какой запах приятный. Волосы соберу. Вот у меня крабик. И еще, знаете, резинка в сумке есть. Но здесь в сумке у меня пакетик мокрый, купальник. Ой, для купальника. Пакетик. Очки, кошелек. Все, мне больше ничего не надо. Сейчас посередине будет с какой скоростью ехать и с какой периодичностью, что, блядь, не перейдешь. Но я не пойду вот это вот. Чтобы оказаться в этих дебильных сводках новостей. Посередине вот будет как в шахматном порядке ехать. И вот это вот их, знаете, это вот их, блядь. Вот, я вот не могу сказать даже, вот ни одного слова хорошего не могу сказать в их сторону. И это пешеходный переход, ребят, чтобы вы понимали. Никто не остановится, никто, черти. Ой, спасибо большое, спасибо. Дай Бог здоровья. И детям вашим дай Бог здоровья. И даже внукам, что вы такой хороший. Обыкновенная простенькая машинка. Ой, дай Бог здоровья ребятам, кто за рулем. Ну, я поклонилась. Представляете, здесь уже начинаешь просто благодарить за то, что они соблюдают правила. Вот просто благодарить начинаешь, что они просто соблюдают правила дорожного движения. Полиция. Эми, нет, где? Геннадий? Ну вот полицейский участок, они приехали, он кого-то ждет, видимо. Остановился, он один за рулем.
Вот же полицейский участок. С лба немножко течет. Ребята, кремом не пользовалась, козырек свой с бисером не взяла, потому что хочу немножко подзагореть. Чуть-чуть. Дома я уже буду в 11 часов, так что я буду по жаре возвращаться. Ну а потом сразу же в тенек, так что все нормально будет. И купальник сегодня раздельный надела, чтобы тельце маленько чуть-чуть. Угу. То беленькое слишком. А то живу на море и загар имею, как будто бы вообще море в жизни никогда не видела. У меня вот здесь вот есть интернет. Я только что написала сообщение маме. Мама написала мне только что, написала голосовое сообщение тортику моему. Не знаю, он понял или нет. Но то, что я ему сказала доброе утро и то, что я его люблю, это, конечно же, понял. Но я сказала Бенгедлин Денис, что я нахожусь сейчас рядом с вашим домом старым. Ну, наверное, понял. Потом я ему написала все то же самое по-русски. Я сказала, что у меня нет времени свободного, мне нужно бежать на море, торопиться. Ох, поплаваю. Ох, поплаваю. Я вижу воду, разлитую на плитке. И мало что сделали. 446% подняли воду. Она все равно утекает. Ну, ждите счет. Многие люди вон уже стреляются от этих цен. Богатые люди стреляются. На фото, знаете, там мужчина был показан, такое ощущение, что я его знаю, где-то видела. Либо напоминает кого-то. Пойду по парку. Там вроде не поливается сейчас. Я помню, когда вода еще не была такой дорогой, они до такой степени заливали газоны, что на них не сядешь, не пройдешь. Но ума-то же нет. Просто я не знаю. Людей таких надо наказывать, конечно же, рублем. Телеферик не работает. Куда он свернул? Пошел по бездорожью. Так как халатно относились к воде в Турции, мыли тротуары, газоны, просто чище не становилось. Вот такая глупость, в жару еще больше поливать. И так влажность дикая. Еще больше поливали. А вон нет, лужи стоят. Льют, придурки. Тут тоже болото. Так халатно, как они, я не знаю. Вообще в мире никто так халатно ни к чему не относится, кроме как в Турции. Все халатно, вообще все. Как будто бы не свое, как будто бы чужое. Вот знаете, вот таким вот образом отношения.
Я вот на тот пляж пойду. Поближе к горе. Ну вон мусор набросали. Видите, вот там горы мусора. Группа людей. Их привезли, наверное, в пещеру на блокаж. Я так подразумеваю. А обратно я буду выходить. Тут по пляжу пойду. Возле второго пляжа. Морешка какой прекрасный. Ох, я еще хотела сказать, что-то изменилось. Вот здесь же беседки стояли. А их сюда поставили. Мне кажется, они и здесь стояли. И здесь были, и здесь были. Уже нету. Тут тоже что-то передвинули. Народу мало. Ой. Ребят, я вас не возьму с вами купаться. Я сниму платье и побегу сама. Иначе потом я спарюсь, сжарюсь. Это вот кто принес сюда? Эти деревяшки. Чтобы идти можно было? Чтобы песок не обжигал? Или что они добивались? Ой, морешка какое прекрасное. Более волна. Как классно, да? Чистое, красивое море. Очень. Это моя тень. Ребятки, я заканчиваю. Я раздеваюсь, собираю волосы, надеваю очки, попью воды и пошла плавать. Надо засечь время, сколько я проплавала. Но море потрясающе. Поснимал бы меня кто-то, был бы у меня оператор, я бы с радостью поснимала. Но так нет. Тут слишком большой нахлёст туда вниз, потом вот туда. Нет. Доброе утро. Доброе утро, когда оно вот такое. Приду домой и буду кофе пить. Ой. Ребятки, все. Без промедления. Срочно в воду. Час 40 плавала. Больше не смогла. Устала как собака. Фу. Время 10:40. Надо идти домой. Становится уже жарко. Представляете, я вышла из воды и вещи свои найти не могу. Пошла туда. Там уже мои подписчики говорят: Инна, ты там заходила. Я говорю, я не знаю, где мои вещи. Я окружалась. Ну, хорошо поплавала. Но усталость, конечно же, есть. Корабли приплыли. Я за буйками плавала. От горы, от вот этого пляжа, от первого, до горы, потом от горы, потом до четвертого пляжа. Супер просто. Пить хочу. Водичка моя. Ну, за меня. Восстановить нужно. Это соленое стало, еще соленее.
Зоны лежаков практически все свободные, гляньте. Но вот здесь вот есть люди, совсем немножко на первой линии, а там все. Я даже не знаю, сколько стоит лежак в этом году. Да в принципе и не надо, вот на песочке как хорошо людям. Да хрена деньги платить? За что деньги платить? Там не так уж и комфортно. Там точно так же низко. Тут просто у тебя есть опора, ты встаешь. А ты встаешь с лежака, ты перегрелся, и он от земли, он в песке повяз. Неудобно вставать с лежака. Удобнее с песка, тут хоть опора есть. На локоть встал, на колено встал. Там не встанешь. Там еще и, блядь, свалишься с этого лежака. Если бы они повыше были, в 2,5 раза, как кровать, как бы высотой, то это да. А так это вообще просто ни к черту не годные. Народу много. Народу много, но я, знаете, сказала по температуре моря, что оно то ли прохладнее стало, то ли что. 31 показывает Яндекс, но не знаю, по факту сколько. Надо домой идти. Я позагорала немножко по воде, когда плавала. Головы. Отдыхают, загорают. Ребятки, я в душ и домой. Ребят, по песку вообще просто невозможно ходить. Просто невозможно. Он такой... он такой горячий. Смотри, что они поливают. Вот им счет придет за воду. В 446 раз больше. Что они поливают? Песок? Ну, я что говорила. Халатное отношение ко всему абсолютно. У вас не будет, ребят, даже денег оплатить эти счета, которые вы просто льете. Сумасшедшие. О, с кораблей доносится музыка. О. У меня все в одной руке. Телефон в одной руке. Телефон. Подожди. Телефон в одной руке. Обувь, вода, платье в другой. Смотри, ушел. Ушел и оставил воду. Включенные. Смотри, вот этого чучела. Смотрите на него. Я вообще в шоке просто. Тут такие люди все. Ребят, бросить... О, убрали мусор. Бросить мусор на землю, окурок. Все такие, поголовно. Все, кроме моего тортика. Открыть, не закрыть. Это вот, ну, это менталитет такой у народа. У себя дома прибрать, а под лестницей этого же дома насрать. Ну. Я иду босая. Я иду в душ, в дальний. Иду по теньку. По песку вообще невозможно идти. Очень горячий. Очень. Ребятки, а что вот я сейчас думаю? Я вот вышла, и у меня купальник почти обсох. А если мне платье надеть и пойти домой? Дома я все равно так и так буду душ принимать. Потому что пока я душ приму, пока я то, пока сё. Ноги я вымою при выходе из парка. Вон там вот есть водичка. Просто мне потом жарче будет возвращаться. Душ принять, чуть-чуть обсохнуть, это еще там 15-20 минут. Игенлер. Пока зайдешь в переодевалку, пока то, пока сё. Такие лестницы высокие. Вот я вот коротышка 1,65 м, так мне вот высоко. Сейчас народу будет больше. Они после пещеры Домлатаж, после экскурсии, все пойдут на пляж. Да, ребят, я дома. Так и так я дома буду принимать душ. Я сейчас буду мокнуть, потом буду мокнуть.
Не, пойду домой. Мне уже пора кофе пить. На своем любимом балконе. Я так соскучилась по этому вообще. Все в поту. Ой, как здесь хорошо, как прохладненько. Все-таки заливали водой газоны. А что толку тут поливать? Тут тень. Тут все равно трава не будет расти. Вот здесь я буду ноги мыть. И платье сразу же надену. Сюда. Тоже, блядь, не поможет. Ассистента же нет. Это сюда. Так. Так. Ребят, дело сделано. Все, я домой бегу. Телефон начал работать. Чуть не занесло на повороте. Да, ребят, надену, пойду домой. Немножко соль останется. Давно не плавала, соль нужна организму. Сколько я вам говорила до этого времени? Сейчас 10:54. Самое то, чтобы вернуться домой. Самое то. Еще чуть-чуть, ребята, будет. И все. И по дыхам там. Мне оно не надо. Не нужно бодрячком быть. Фух. 10:54. Ну вот. Вот сейчас, получается, я была на море. 8:55 я зашла в воду, сейчас 10:54 я вышла с пляжа. Ну вот, 1:40 плавала, надела душ, обмыла ноги и пошла. Вот. Достаточно. Завтра еще пойду. Море от меня никуда не убежит, оно всегда здесь. Мне нужно перейти на ту сторону, там у меня интернет ловит. Тортик, наверное, слушал мое голосовое сообщение, которое я ему отправила. Он мне скажет, господи, кровь из ушей. Господи, она так и не научилась говорить. Жара. Ох, жара. Я думаю, арбузик есть.
Ой, ты Шакир Диора. Нет, Саул. Сонра. Алабилир. Чок. Бирсат Кырк Дакика. Юзмик. Ялурду. Ты Шакир Диора. Они меня всегда приглашают пить чай. Всегда. О, написала малышу сообщение. Все он понял. Все, он говорит, я все понял, все, что ты сказала. Могла не переводить. Игенлер. Геннайды. Как же кайфово, а? У меня арбузик дома есть. Я вот думаю, надо, наверное, еще купить половинку, потому что у меня осталась одна коробушка. Из половины арбуза получается 4 коробочки. У меня там одна коробушка осталась. Я сейчас зайду в БИМ, куплю. Я куплю сейчас виноград черный, если есть. И арбуз. Все. И буду пить кофе дома. И больше ничего не надо. Малыша обнять своего. И все. Больше ничего. Все остальное есть, слава богу. Своего тортика вечером буду обнимать. Когда переходишь дорогу, вообще нет никаких добрых, порядочных слов в отношении этих людей вообще. Знаете, раньше, когда я читала новости об авариях, я сопереживала, сочувствовала. А сейчас думаю, да мало вам так еще, мало. Мало, вот реально мало вам. Когда научитесь водить машину, когда будете соблюдать правила дорожного движения, вот тогда и все это закончится. А так, а что сейчас, обед что ли? Нет, с 12:30, а табло не горит. И что-то, видимо, с валютой, видите, банкомат открыт, выдвинут. С валютой. Ну, что-то, наверное, как обычно, денег, наверное, нет в банкомате. Загружают. Здесь как хорошо, тенечек. Пойду этой стороной. Фу, как хорошо. Немножечко поддувает. И солнышка на этой стороне вообще нет. Солнышко там за домами. Я всегда вот, когда первый, второй год жила, на море шла той стороной, а обратно этой. Всегда. Кто это? Сузуки. Сейчас пройду той красивой маленькой улочкой между домов. Да. Кафе «Матрешка». Здесь русская, украинская, казахская кухня.
Хорошо готовят, но очень дорого. Сейчас это просто капец. Просто. Это невероятные какие цены. Чтобы один раз поесть. Там, смотрите, тут мороженое. Фантик от мороженого. Кстати, мороженое классное вот это вот. Там какой-то пакет. Левентарен Харитамих. Рен Мехендислик. Мехендислик, это типа что? Мехендислик. Бухгалтерия какая-то, да? Бухгалтер? Мехендислик. На выходе такой ветерочек. Так кайфово. Как раз сейчас к Биму выйду. Что-то во рту какая-то фигня была. Агентство недвижимости. Очень многие погорели. Очень многие. Да большинство. Процентов 80. Остались на плаву. Только самые ответственные, которые, у которых есть собственный капитал, чтобы достроить. Очень много недостроя. Сроки отодвигаются. Очень много. Очень. Просто вот спросите вы меня, можно ли, нужно ли покупать квартиру в Турции, я вам скажу нет. Все, прошли те времена. Там бассейн на территории, оттуда звуки. Это вот резиденция. Вон они плавают. У них большой бассейн. Горки. Нахрен надо в этих человечниках жить. У меня дом вообще оптимальный. Господи, 25 квартир. Это надо же. У меня элитное жилье в центре города. У меня метраж квартиры хороший. О, боже. Как же повезло. Такая штука, да, стояла бы и шумела. Это же какой-то кондёр, наверное. Может, какая-то вытяжка на кухне, может быть, это же. Хотя это спортзал. Но так гудит не кондиционер, так гудят. Не знаю. Сейчас буду пить кофе. Как вкусно мне будет. Виноград, арбуз, кофе. Может, мороженое еще. Ах. Сейчас иду прям по солнышку. А вот сейчас нет. Очень хорошо. Детские. Вот он, видите, Бим? Его уже видно. Вайсбир, арбузы 7 лир, но они не сладкие.
Я не хочу. О, блядь, как здесь холодно. Боже. Хлебушек. Хлебушек, хлебушек. Семит. Может, семитик взять? Или не надо? Да что, возьму? Да, наверное, возьму. Пускай будет. Они свеженькие. Две штуки. У меня паста есть. Шоколадная. Я еще сюда зашла за виноградом. За виноградом, за виноградом. Так, масло у меня есть. Перчики возьму. Перчики 29 лир. 29,50. Чтобы вы понимали. Арбуз 6,75. А вот этот вот маленький почем? Я не знаю. 15. Нет, не 15. Короче, это тоже невкусно. Не, даже вот не надо. У нас в Юзбир баклажаны, не баклажаны. Баклажаны есть, а здесь нету. А винограда. Вот он, остатки черного, и нет винограда. О-о-о-о-о-о. Ребята, нету. Персики 49 лир. Это что получается? Я вот за этим зашла? Баранины нет? Баранины нет. Угу. Вот цены. 169 котлеты данакуш баши данакуйма 179 это 189 лир, естественно. Фу, ребята, я так надеялась на виноград, блять, ну как же так, ну ладно, завалены витрины, видите, добра сколько, а все это невкусное, увы. Я у нас в Юзбир тоже. Может, попробовать? Дыня, да, такая? Красивые дыньки. Сарыкова, Сиякова. Наверняка да, это дешевле намного. Но я отсюда дыню точно не попробую. Таких вот перчиков в Юзбир нет. Шоколадная паста есть. Винограда, вот, к сожалению, нет. А был. Очень классный виноград был в зиме. Но сейчас уже нет. На этой стороне тенек, на той стороне солнышко. Игилер. Устала. Арбузик, 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 срочно. Придется заходить в Юзбир все равно. Я вот думаю, может быть, попробовать, но слишком, они слишком большие, арбузы. Покупать, да, кота в мешке? О, выпал. Покупать кота в мешке, невкусный арбуз. Ну зачем так разочаровываться в жизни?
пойду к тому мужику. Подороже, зато гарантированно. Красота какая. Свеженькие, только распустились. Ой. Просто дивная красота. Вот это вот, вот в эту лавку сейчас иду. За арбузом. Жадность фрая разгубила. Все же зашла в Айсбир и взяла арбуз здесь. 6 лир 75 куруш, а там 22 лиры. Но цена, ну, больше, чем в 3 раза больше. Я понимаю, что что-то обосновано, но там они очень сладкие всегда. Но я надеюсь, мой арбуз тоже классный. Хвостик сухой. Я думаю, так и так в Айсбир заходить, с этим арбузом таскаться. Думаю, ладно, возьму здесь. Если что, изведу носок. Здесь, видите, у меня... Сейчас возьму баклажанов. Возьму салат. И возьму петрушку. Яйца у меня есть. Смотри, какая прелестная. Цену не знаю. Я думаю, что это штука киверчик. Это, наверное, салат. Не знаю. Я сейчас возьму перцев зеленых, перцев красных, лук у меня дома есть. Помидоры у меня коктейльные есть, на салат очень хорошо. Эти кабачки тоже у меня есть на омлет, я вчера купила. Так, баклажан, петрушка, салат, так это семиты, перцы красные. Все крепкие. И перцы зеленые. Так, сейчас возьму крупные. Эти вот хороши. Вот это вот, ребятки, он острый перец. Он очень хорош, но немножко дряблый. Я люблю перец в супе. Я люблю перец. Очень. Очень удобно. Спустился вниз, купил все, что хочешь. Молодцы, Айсбир. Лучше стал ассортимент. Говорю, если арбуз не подойдет, сделаю из него сок. Нам тоже хлеб привезли. Так, минералки у меня целая упаковка. Это все шляпа, мне не надо. Это внутри шляпа. Причем, которая дорожает с каждой... Смотри, эти шкатки уже стали 17,5. Это немыслимо. Так, вода у меня есть, минералка у меня есть, морковь, яйца у меня есть. Тунец, что там по тунцу? Два на 160, 3 на 80, 89, одна банка 71, это 189. Вот это вот возьму за 89. Тунец, так, морковь, я и хочу виноград, ребята. Держим пальчики, хоть бы был виноградик. О, сэлям! 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 Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Annem hastaneye gitti. Oo. Umut Can'ın ayakları var ya. Aa. Ben Sema evde, Sema uyuyor. Ha. Ben ev işi yaptım. Aa. Çok yorgun. Bir çok yorgun. Evet. Türlü biraz. Oo. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Мама в больнице с Умутом. Малыш-то ножки болят. Мама в больнице. О-о-о-о-о-о. Ножки болят. Мальчик, помните? О. Так, морковь.
Виноград есть, черного нет. Буду такой брать. Блять, смотрите, что сделала. Откуда достала себе хороший мешок? Это я попыталась себе переложить в мешок, в рассыпанный. Поняла, что не надо ничего перепытаться, надо взять просто хороший товар сзади. Вот и все. Персики мне надо. Персики. Морковь есть, все. Баклажанчики приготовлю. Айран не хочу, вчера попила, больше не хочу. Мороженое. Их на удивление, мороженое не хочу. Вот так вот. Ну что мне вот это вот, эти вот сыры? Ну что это вот это вот? Так, мясо у меня есть. Мясо у меня есть. Я сейчас достану коробочку на ужин. А сейчас пока буду. Ну вот то, что есть, кушать. 311 лир. Это девчонки вот из этого дома. Маленькая рыженькая девчонка. У нее еще сестра такая же есть. Маленький рыжик. Они такие милые. Ох, пришла домой. Каждый день телегами завожу. Каждый день. Кто-то лежит, загорает. Дом, милый дом. Достать. Здесь все чистенько. Перекись водорода, ребята, с собой ношу. Очки помыть обязательно, заляпши. С мылом. С мылом, с мылом. Сейчас пойду в душ. Ребятки, кровать не подобрала. Посмотрите, какого этого купоросенка. Дверь открыта. Фу. Ой, ну кайф. Это полотенце. Я спала с ним. Я кушала вчера вечером. Трусы. Так. Все. Здесь все. Ох. Ох, ох, ох. Ох, ох, ох. Вот, смотрите, пока то, пока все, пришла без 20:12. Ребята, если бы я еще побыла на пляже, я пришла бы домой по самому пеклу. Но нет. Спасибо. А хотя... Дверь открыта, пускай будет тележка здесь стоять. Пускай. Пока я в душ не пошла. Вот. Все, что принесла. Синит. Сейчас буду кофе. Перцы, морковь все уже положила в один. Это баклажаны. Вот, ребят, мой улов. Вот. Так. Руки я помыла. Сейчас буду варить кофе.
О, заканчивается. Нифига, ну на разочек хватит еще. Так, свет отключила. Здесь включила. В душ надо идти, ребятки. В душ, в душ, в душ. В душ, в душ, в душ. Я не напиваюсь. Я вот вчера после самолета попила кофе. Я попила кофе вечером с тортиком после ужина. Я не напиваюсь. Вот такое кофе, конечно, можно его пить бесконечно. Не крепкая. Ни то, ни сё прямо. Фух. Сейчас буду пить кофе на балконе. Ой, как же замечательно. Как же замечательно. Боже ж ты мой. Знаете, август в прошлом году был жарче. 100%. Даже 200%. Чем в этом году. Ох, ребятки, ох, ребятки. Какая же я счастливая женщина. Включим новости. Чтобы знать, что в державе творится. Арбузик. Посмотрим. Посмотрим, какой. Срочно в душ. Ты сварилась? Или что? Или, блядь, сколько еще ждать? Пошла в душ, это, конечно же, выключила свет. Время почти 12. Так, мы сейчас посмотрим, какой. Я протерла уже полно. Не пол, стол. А вдруг вкусный? Жан-Клодом Ван Даммом, герой сериала, не борется со злом за спасение мира. Они ребята! Гляньте, какой арбуз! Участники, люди, лишившиеся руки или ноги, не будут... Ребята, красный! Достижения протезирования. О, боже! У каждого из них есть обстоятельства, которые нужно принять, и ограничения возможностей, которые хочется снять. Среди участников... О, боже! По фигурному катанию Роман Костомаров. Создательница общественной организации «Опора» Елена Волохова и танцор, и актер... Сейчас мы попробуем. Это не съемки, это наша жизнь. И то, что мы пытались сделать, показать и помочь тем ребятам, у которых мы были наставниками... Ребят, я удивлена. Для нас это наше предназначение. Это то, что мы делаем в прослушке. Ребята, клянусь, он неплохой. Большое внимание создатели уделили и тем, кто был рядом с героями во время всех трудностей. Врачи и специалисты.
специалисты и семья. Картина призвана без прикрас показать препятствия, ребята, с которыми они ежедневно сталкиваются с инвалидностью. Самое трудное – это переубедить человека, который не верит в тебя. Ребята, я клянусь, он неплохой. Он не был немножко понятен. Очень даже. Хотя даже не немножко. И он не верил, что он заберется там на одну из гор, куда мы ходили. Да, честно слово. Стать на лыжи. Для меня как бы это показывает, было им легко. Но все равно встречаешь какую-то сложность самоуверенности человека, кому-то это показывает. Обалденный арбуз. Обалденный. Вы смотрите «Индустрию кино». Это пятый специальный выпуск с фестиваля российского кино «Окно в Европу». В эфир из Выборга, который из нашей летней студии «Как на ладони». Я все прочищу, все облагорожу и с корками, с кофе попью и вынесу все. Ты, блядь, сваришься или нет, сука, уже полчаса прошло. Хули его варить, он все равно невкусный. Ребята, если не разбираетесь, кофе нехуй мне дарить, значит. Не надо. Не надо для галочки мне ничего дарить. Не надо. Если не понимаете, блядь, нихуя, не надо мне дарить. Я не помню, кто мне этот кофе дарил. Спасибо, конечно, ему, но не от всей души. Луганск под обстрелом ВСУ. Обалденный арбуз. Франция обсуждает, как Макрон катался на гидроцикле. Габриэль Аталь боксирует и рассчитывает на реванш. Кто такая Люси Кастекс? Вот это время страна после Олимпиады вновь погружается в политический кризис. А что, Олимпиада уже закончилась? И расскажем о погоде в Москве сегодня до 23 градусов. Я не следила, я не знаю. Подотру тут. Ой, блядь. 11 числа надо подъезжать АЭС Курчатов. Сегодня 14 часов. Ваша 11 600. Все, накапалось. Блядь, когда это все будет? Ну когда? Ну когда уже? Так, ребятки. У меня есть зефир и у меня есть паста шоколадная. Чё? Паста шоколадная? То и другое достану, да? Обалденный. Обалденный арбуз. Я уже чувствую, я уже этот кофе ненавижу, ребята. Ну, ребят, я уже ненавижу этот кофе. Я уже знаю, во-первых, что это вкус не соответствует. Короче. Я не привезла кофе из Москвы. К моему большому сожалению, ехала без багажа. Надеюсь, что вот этот кофе меня не разочарует. Надеюсь. Сейчас следующий его буду молоть. Все это последний. А потом Леночка приедет. Ой. Ну, конечно, как нет-то? Как, чтоб не убежала-то? Пиздела стояла. И, как обычно, все нарушила сама себе. Ребята, арбуз, я удивлена арбузом. Я очень приятно удивлена. Потрясающе просто.
нужно немного поработать. Блять, мне там распечатать документ надо было один. И подписать договор. С платформой. Там не на рекламу. Я прошла мимо и ничего не сделала. Да уж. Ворона. У меня же телефон с собой был и доступ был. Чего ж я такая пиздата, не знаете? Кстати, вчерашний влог, как я прилетела, у меня этот телефон был разряжен. И я его снимала на новый телефон, на Samsung A55. Посмотрите, оцените качество. Где Симита? Вот они. Курская область. Мужчины. К сожалению, не самые лучшие времена в нашей стране. С настоящими мужчинами у нас все самые лучшие времена. И сейчас, и впереди, и вообще. Вам всем зачтется. Я даже не угрожаю, я даже знаю, как оно есть, как оно будет. Вам всем пизда. Кто би пизда, как говорится. Кто понял, тот понял. Потрясающе, да, завтрак? Так, это не Джек Дэниелс, это гранатовый соус. А, Лолка хорошо. Лолка себя ощущает хорошо. Так, мне надо, знаете, что взять? Надо вчерашнее видео монтировать. Я вот сняла, знаете, бросила и тут же ничего не сделала. Да ничего вроде. Ну, короче, я вам сказала, да? Вы хотите мне сделать приятно, дарите, блядь, какой-то кофе. Не разбирайтесь, не надо, блядь, дарить, не надо. Я не все пью. Не разбирайтесь в букле, тоже не надо дарить. Надо дарить то, что, блядь, надо, то, что порадует человека. Самый темный мне нужно. Самый темный кофе, самый крепкий. Я сама разберусь, как мне пить. Вредно, не вредно, вас ебать не должно. Товар будем. Я без кондиционера спала. Насыпала с кондиционером. Le
легонький горшочек уже. Надо полить. Я хочу сказать, Семитик-то хорошо и зашел. Мягкий, свежий. Внутри мягкий. Это тут свеженький, такой крепенький. Время первый час. Надо волосы помыть. Я сейчас просто, как сказать, душком обкатилась. Соль смыла. Надо волосы помыть. Приготовить еду надо. Мой сегодня малыш ко мне после работы придет. Всем довольна. Хорошая жизнь. Что вы там спрашиваете, что было в Москве, почему не снимала? То, что было в Москве, это было в Москве. Секрет. Секрет фирмы. Матушка весь употевший идет. Весь употевший идет. Вот катится мужчина. Еще с двумя пакетами. Еда, наверное, что-то такое. Ой, наслаждаюсь. Компашка вырулила из отеля. Я так думаю, по возрасту мама, наверное, две дочери и парень, либо муж одной из дочерей. Все в шортах, бабы все в шортах. Хоть бы кто-то платьишко на себя надел. Нет, все в шортах, в футболках, блядь, спортивных. Страсти просто. Почему женщины не ходят в платьях? Ну, в сарафанах. Ну, вот я пошла на море в платье. Во-первых, его легче снять. Его легче надеть. Ну почему женщины не ходят в платьях? Для меня очень большой вопрос, блядь. У меня есть еще один синит. Я хочу сказать, что он вкусный. Прям зашел. У меня кофе есть. Пойду-ка я тебе еще один синитик принесу. Может, что? Не знаю. Фу. Ну, как-то вкусно, как-то вот зашло. Давно не ела семиты. И до отъезда давно не ела. Ну, может, месяца. Три назад ела. Мне кажется, семит я ела, когда Иришка у меня здесь была. Да?
Я хлеб не ем практически. Вспотели. Еще беру в холодильник. Ой, как вкусно. Хорошая паста. Наверное, даже лучше, чем нутелла. Стоит она из расчета за граммы в этой же ценовой категории, ребята. Арбуз чистить, корки выносить, тележку отнести, помыть, готовить, пойти волосы мыть, в спальне подобрать и своего малыша встречать. И обниматься с ним весь вечер. Я вчера от него отлипнуть просто не могла. Вообще. Просто отлипнуть от него не могла. Сначала он своими ключами зашел. Открыл. Я так на него стою, смотрю. Он так на меня стоит, смотрит. А потом только обнялись. Поцеловал мне через, наверное, 2 или 3 минуты. Обнял меня, стоит такой, голову мне. Сначала смотрит на меня. А как раз я в комнате была, в спальне. Он зашел своим ключом. Я такая, и выхожу, а он же тихо заходит. Он же тихо, это. Я такая говорю, я говорю, добро пожаловать. Он говорит, типа того, что, ну, типа, хош булдук, типа, отвечает. Я говорю, хош гильди. Так на него стою, смотрю, он разулся ко мне, подошел, меня обнял. Ой, блин. Ай. Ах, любовь, любовь. Воспрял, как нормально он себя чувствует. Нормально. Пришел в себя. Обнимаю вас, целую. Доброго вечера. Какого доброго вечера? А, ну да, я больше снимать не буду. Доброго вечера. Время 12 часов, там 20 минут максимум. 21. Я говорю, доброго вечера. Ну, у меня уже... Я уже о вечере думаю. Доброго вечера тебе, Инночка. Ну и всем людям, кто его заслужил вообще. Все, мои котики. Пока. Вот такая вот еда была у меня.